мама – самый главный человек в нашей жизни, самый важный. И самые искренние и теплые слова она может услышать от своих детей. Дорогие мамы, эти поздравления сегодня для вас. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Тебя? Меня Давид. А тебя? Лёша. Юля. Настя. Милана. Паша. Алиса. Вова. Ого, у нас директора так зовут. Тебе говорили за стенкой, что уже тут делают? Да. Что делают? Снимают на видео. А для чего? Какой впереди праздник? Праздник мам. Кого мы будем поздравлять? Маму. Девочки, какой впереди праздник? Расскажите мне. День матери. А что это за праздник такой? День мамы. Это мамин праздник, когда дети мам поздравляют, дарят им открытки, цветы. Как ты будешь поздравлять свою маму? Подарком. Ты уже его приготовил? Да. Что это за подарок, расскажи нам. Ну, может, какое-нибудь украшение мы с папой подарим. Вместе будете выбирать? Да, потому что я один не справлюсь. А где обычно ты прячешь подарки? Ну, если я залезаю под стол или куда-то еще, чтобы мама не видела. Как ты будешь поздравлять свою маму в этот день? Цветами. Часто ты маме даришь цветы? Часто. Ну, не часто, можно сказать. Так часто или не часто? Не часто. Какие цветы ты даришь маме? Ты знаешь, какие она любит цветы? Да. Розы. Розы. Красные. Красные. Корзинка, и в ней такие розы с листиками. Корона. Ничего себе, мама королева? Да. Скажи, какая она твоя мама? Красивая. А еще какая? Лучшая. Ну, она просто строгая, чтобы быть красивой. Чтобы быть красивой, нужно быть строгой. Да, я так считаю. Моя мама ласковая, добрая. Она красивая. Как на рисунке? Да. Похожа мама на твоем рисунке на себя? Кожа гладкая. А еще какая? Добрая? Добрая. Очень блестящая. У нее длинные волосы. Такие рыженькие. Можешь нам спеть? Я не помню. А стишок? А что помнишь? Я стесняюсь. Не стесняйся. День матери, день торжественный, день радости и красоты. На всей земле он дарит маме свои улыбки и цветы. А покажи свою улыбку, как ты маме будешь улыбаться на праздник? Давай. Слово «мама» золотое, хотя обычное, простое. Славит там душа и свет, никого дороже нет. Мой любимый стишок, все вопросы и вопросы, и ну у нас один ответ. Лучше мамы, кто не спросит, никого на свете нет. А рукой обязательно так показывать? Да. Мама села на диету, отдает мне все конфеты. Если бы не была диет, не видать бы мне конфет. Дорогие наши мамы, мы сами признаем, что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.